Всем хорошего настроения. Хочу показать калькулятор, который я заказал на сайте AliExpress. Пользуюсь этим калькулятором уже, наверное, около года. И, в принципе, что меня порадовало, это то, что очень качественно, вот качественные наклейки это или прорисовка вот этих цифр и вот этих обозначений. Стерлась у меня только вот одна клавиша, вот эта. А так работает он отлично. То есть он не врет, хорошо, хороший пластик здесь добротный у меня и падал, и хорошо держится, в принципе, ничего не повредилось. И смотрите, что самое интересное, это то, что работает он даже без батареек. То есть достаточно вот этого элемента. Этот элемент, солнечные батарейки, они рабочие, несмотря на то, что он постоянно у меня как бы в офисе, в комнате света мало, но он где-то берет вот этот такое впечатление, что он от лампочек накаливания как-то заряжается, а не от солнечного света. Реально, поскольку света ну очень мало в том месте, где он постоянно стоит. Но несмотря на это, он полностью работает даже без батареек. Не знаю, что они придумали и что за элемент сюда поставили, что за солнечная такая батарея, хорошо впитывающая вот это солнце и где-то он ищет вот эти лучи. Но, в принципе, или я просто не разбираюсь вот сути работы этой батареи. Но я понимаю, что должно быть солнце. И чем его больше, чем больше заряда будет. Но он умудряется даже где-то находить вот этот свет просто в комнате, где до как бы окна, в принципе, далеко. Я не знаю, как он. Это мне также очень понравилось. То, что батарейки я, кстати, здесь еще не менял за это все время. Так как я поставил эту батарейку, так она и работает. Поэтому данный калькулятор реально стоит своих денег, на него стоит обратить внимание, поскольку и цена недорогая, и в принципе достаточно хороший пластик, хорошо все собрано, хорошие прописанные вот эти все значения, они не стираются, сами видите, одно только стерлось значение. И хороший здесь элемент, вот солнечная батарея стоит, которая работает даже без питания. И понравился также экран. Вот здесь на экране есть, не знаю, какая-то трещина. И что это вот здесь? Со временем она появилась. Возможно, он где-то падал. Но работает он отлично, и читабельность здесь также отличная. В принципе, рекомендую этот калькулятор. Ссылку оставлю в описании под видео. Всем спасибо, хорошего настроения. До свидания.